Так, я надеюсь, это Митя у меня все-таки. Так, да, Митя, стекло. У тебя нет стекла? Откуда у меня стекло? У меня, кстати, есть мысль, как можно взять стекло. О, я думаю, прямо вот рядом с тобой сейчас это надел. Где медленный манипулятор-то? Чих. Блин, я убрать не могу. Все. Сколько мне там надо стекла на эту аппаратуру? Ну, всего лишь 120 стекла. Ну смотри, Макс, я, короче, организовал производство сервофибра. Оно такое медленное, потому что нужно больше вот этих ферм. Так чё, я тут делаю производство кое-чего. Блин, а я зря отключил все, что я отключил. Тут же топляк заходил за счет этого. Я сделал сырую фибру. А зачем? Да блин, я к тому моменту, когда я заканчиваю какой-то рецепт, я уже не помню, зачем он нужен. Когда я какую-то цепочку заканчиваю. А, во. Короче, фибра с деревом и паром. Вот что. За 5 секунд все это при этом закладывается. Ты типа 4 отступа между этими лентами делаешь. В кишке. Я вот 4 вижу. Ну, сделаю тоже 4. Я как хочу, как получится, но типа да. Можешь поискать закономерности в том, что я там делал? Я их не вижу. Тут 3. Да, закономерности нет. Ты прав. Блин, а я всегда делаю закономерности. Вот нет. Ну, почти всегда. Там ехать-то должно. А, я не выкладываю. Окей. Последний шаг. Фибра есть. Пар, в принципе, есть. Я готов сделать фиберборд. Только мне нужна какая-то... Что бы это было? Чем бы это ни было. Какая-то такая кружка. Вот. Палп. Мил, наверное, это оно. Ну, блин, осталось буквально... Где-то 3/4 всего. И будет первые доски. Надо вот это все пусть носить.
Я в смысле супрусь. Так. Палп мил. Сейчас посмотрим, что это вообще за приблуда такая. Фиберборд. Ёт. Я ж забыл, что там еще всякое говно выливается из нее. Нельзя это выливать вот. Здесь будет пар. Окей. Здесь пар. Нет, так не пойдет. И как? Ты прикинь, мне нужно три жидкости влив. Вот прикинь, мне нужно, короче, два предмета вкладывать, один забирать, еще при этом одну жидкость заливать и три выливать. Ну, то есть суммарно семь предметов используется. То есть три на вход, четыре на выход. Ну да, это неплохо, неплохо тогда. Я пока разберу вот эту ферму, получается. Да я все конверат делаю. Ох, ну-ка, ну и говно. Блин, не обязательно же бегать. Хотя вот так удобнее. Не, на самом деле я уже близок к крафту первых дощечек. Там осталась вообще фигня. Блин, а куда мне вот это... Резины сток. У меня прям вообще капелюха осталась. Блин, вот это дичь. Ебать. Чё там? Ты я херню сделал. Топ развязка. И главное, оно должно работать. Это ты где построил? Там, где ты сейчас находишься? Да. А, нихрена себе. А это же... Это дичь. Почти восьмерка. А зачем тебе здесь? А зачем тебе здесь вот эта петля? Где поезд сейчас стоит? Ну, а нет, станция, точнее, не поезд. Ты там загрузку хочешь сделать? Ну да. Нет, это выгрузка. В смысле выгрузка? Ну вот тут будет выгружаться нефть. А. И я тут буду ее перерабатывать. Да? А вот тебе не легче ее до станции, до главной доехать, довести? Там другие ресурсы, которые тебе более твердые. Где там просто не выгружают. Блин, ну нифига у тебя рельсы получается. Ты реально это профи, блин, с этим OpenTDD. Да, чё там. Ну, блин, тут на самом деле не очень удобно. Такие же дехи. Я бы такую дичь не строил тут, если бы они нормально поворачивали. Я фанат ЖД дороги, но
Не умею ее строить, а вот смотреть прикольно. За такой. Кстати, я тут... Паровозики. Топовые паровозики. Ну и по идее это работать будет еще. Как ни странно. Так. 7 предметов для обработки. 3 на вкладывание. Точнее, 2 вкладывать, 1 заливать. Здесь должна идти труба с паром. Зачем я его снял, вот этот аппарат? И как он назывался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 компонентов. Фиберглаз. Смола, пар, бурикоцит, район, нейлон, фиберборд, эпокси, глазфибр. Я подозреваю, это либо третий, либо четвертый. Это заклинание? Да, типа фосранды. Ну, я честно не знаю, что это. То есть с какими я работаю входами и выходами? Ну, может выглядеть вот так. Блин, можешь построить буфер железных шестеренок? У нас, кстати, 3000 красных конвейеров скрафтилось. А еще почему-то у нас нет угля. А, мы выкопали почти весь уголь, Макс, ты забыл? А, да? Угу. Нифига себе. У нас было-то 120 тысяч всего. Так тут он еще вроде есть. Его не хватает. Половина, почти все выключены уже. Надо плотнее буры поставить. А это вообще идет в другую сторону. Переключи это на то, куда это должно идти. Да. Так это не на запитку буров идет, а вообще хер знает куда. А, да? Угу. Ты же сам это делал. Ну да. Так, наверное, там надо. Ну там надо. Это же идет на кокс, который идет на... Карбюратор, который идет сжигать говно. Да, только карбюратор не работает почему-то. Почему? Я не знаю. Что-то не работает в нем. А, ну там он просто медленно работает там. Нет, он вообще по нулям, у меня полоска не заполняется что-то. Вон он работает. А, да, работает, слушай. Иногда. А, ну да, иногда. Я тут где-то делал... Там газа мало почему-то. А газа, наверное, мало, потому что уголь нет, уголь есть. Короче, нам нужен уголь, ты вот это... Что? Рано на нефтью занялся, нам же уголь надо было подрубить прям мастхевно. Да? Да. Ну, теперь это как-то будет не мастхевно. Ну, у нас база стоит. Вот в чем проблема. Ну, я могу быстро это пофиксить, как бы чуть-чуть. Ну, точнее, она прям вот-вот-вот встанет. У нас угля там осталось 35 тысяч и 20, 50, там, 55 тысяч, но это нужно вот нормально буры поставить, плотно. А у меня буры, кстати, кончились. Так что все, дальше сам сделаем. А ты не можешь станцию там сделать на уголь где-нибудь? Ты ж близко. Ты ж рельс туда протянул. Ну да, я протянул там все уже. Может, запустишь тогда состав угольный? А я не знаю, он там вроде и должен уже... Я его, по-моему, создал, только я его никуда не отправил. В смысле создал? А ты где создал? Снизу? Но я его, по-моему, запилил. Подожди, снизу там... Только он там где-то стоит. Он, по-моему, посередине дороги где-то там. Потому что ты станцию на угле не построил. Ты рельсы подвел, а станции нет.
Разве нет? Я нет, не поставил. А, ну, видимо, да. Ну ладно. Вот если запустишь, то все вообще окей будет. Я пойду пока пофикшу вопрос текущий, чтобы под ноль выкопать уж остатки. Ну там главное ничего не сломать. Не, я ничего не сломал. Остатки можешь не выкапывать на самом деле, ну то есть только выкапывай только которые правые, а левые пусть отдельно пока будут. Ну, типа там где буры вот эти отдельные. Тут там, кстати, отдельный один бур отдельный, он что-то закончился. И там на полосу ничего не идет. Слева. Видишь? Туда надо что-то поставить. Я не помню, куда оно шло. А, оно шло сейчас. Оно что-то куда-то важно шло. Оно шло на обеспечение поездов. Так что там уголь нужен. Какой именно бур? Который, на котором нигде не стоит ничего. Полоса. Там полоса плоско слева без буров. А, вот это вот типа. Ага. Там может в поездах, кстати, закончилось топливо. Есть. А, не, не закончилось, еще есть что-то. Ну, там не очень дофига. Как бы их поставить, чтобы выкопать все красиво. Во. Так, где у меня эти трубы-то? Вот. Ну ладно. Блин, тут бы где-нибудь еще уголь, конечно, поставить. Блин, вообще с этими, конечно. Всем. Кстати, интересно, я, возможно, знаю, что можно сделать. Но, блин, не хватает, конечно, чтобы поезд при определенных условиях заезжал на определенную станцию, блин. Это вообще не хватает. А какие условия? Типа загруженность или что? Ну, типа, нет у него угля. Заехал на станцию, где есть, где именно загрузка углем в локомотив идет. Загрузился. Ездит такой. А там же есть какие-то логистические, что-то мы исследовали такое. Ну там есть что-то будет. Какое-то исследование там, по-моему, за вообще другие банки уже. Или там. Там что-то. Я могу его найти. Не, мы что-то исследуем, там станции можно к логистической системе как-то подрубать. Так это, блин, логистическая, нужна логическая. Ну, а к логической ты подрубаешь уже свои логистические. А логической это только станции я могу. А ты разве не можешь проверить содержание состава? Ну, в плане, есть у него. Я могу, я не могу, типа, задать, на которую, на какую станцию ехать. А, я понял, в чем проблема. Так, ну я пофиксил чуть-чуть вопрос с углем. То есть я даже проверить, по-моему, не могу. Хотя, может, могу. Ну, короче... А помнишь, мы видели мод какой-то, типа, один, ну, как искусственный интеллект, и там можно, типа, программировать вообще все. Ну, да. Это, по-моему, можно программировать поезда как раз, типа, условия, еще что-то. Ну, можно. Надо. Так было бы очень круто. Тогда бы вообще можно построить такую херню. Ну, может быть, посмотреть потом... Ты скажешь, то оно или не то.
Я видел мод на еще там какую-то логику поездов. Ну, можно посмотреть что-нибудь на поезда. Там... Ну, там не очень много есть. Там не очень много нужного. Там, блин, всякие типа поезда новые, новенькие. Ну, это херня. Модельками, это но это не очень полезно. Тут есть количество жидкости. Что тут? Количество предметов, ну может это, конечно. То есть, но тут только ждать до и все. А куда ехать не будет. Зеленую жидкость я отсюда, допустим, солью. Вот так она будет. Пар здесь заливаю. Мне остается. Что мне там остается-то? Две жидкости, три жидкости. Зеленая, черная и белая. Есть мысля. Так, это зеленое, черное, пар. Здесь. Вот так. Так, а это что? Что это за... Огрызок какой-то. А, это пар был, по-моему. Огрызок пара, который я хотел... А, я хотел его сюда подключить таким образом, но это говная идея была. А, блин, зачем я тут... Вопрос, что это вообще? Что с ним делать? Желтый жижа. Что это за желтый жижа? Ой! Конечно, он приехал. Мне нужны доски. Блин, нафиг камень-то взял столько. Может, это просто сливать пока, как тебе идти? Чё? А чё? Да каких-то, блин, куча какого-то говна. А что там? Выходит, да вот органические отходы, жирное масло, черная жидкость. Ну и сливать все нах. Вот я думаю, сливать все нах. Я пока сделаю, короче, на слив, а как запущу уже крафт, ну всю схему запущу, посмотрю, что это вообще такое, и если где-то что-то надо, то начну обрабатывать. Иначе я эту херню никогда не закончу. Это просто бесконечно. Это причем еще не все, это только половина или треть. Не по месту. Так и так. Ставим. Блин, сборщик глины у меня тоже не по месту. Опа. Пам-пам. Чё? Глина стала глиной. Ну, короче, раньше я собирал ангеловскую глину здесь, в этом аппарате, а теперь здесь собирается не ангеловская глина. Может, починилась? Ну вот, возможно, когда мы... Или поломалась. Да, кстати, да, все, клина стала
одного вида всего лишь. Вот. Так, ладно, тогда мне вот этот аппарат вообще здесь не нужен, в общем-то. Потому что у меня уже есть аппарат по сборке глины. Блин, вообще можно выкинуть, кстати. Так, ну что ж, я приблизился где-то на хрен знает сколько к цели. Ого. Хотя он здесь вообще не по месту. Ну ладно. Так, мне нужна еще одна дыра сливная. Ну это, конечно, прикольно, прикольно. А патронов на ленте, кстати, так и нету почему-то. А почему? Но по идее должна была заполниться же вся. А, я что-то отрубил. А что это была за лента? С чем? Блин, ну хрен знает. Еба, набегаю. Медяха. Так... Ого, а у меня нету... А, у меня есть чуть-чуть патронов на автомат. У меня интересно, тут есть? О, есть. А, говно. Помогите. Опа. Макс рипнулся. А чё ты рипнулся-то? На меня убили. Меня закусали. Так ты просрал весь инвентарь. Ну да. Ну что поделать? Сейчас я по базе покажу. Пособираю. Все по это потыришь, блин. Я тут копил-копил ресурс. Я все просрал. Ты взялся просрал, да?
Да, тут будет долго заполняться вся эта лента с патронами. Вся лента. Охренеть. Так, а что я делал до этого? А, я типа стал сливать жижу. И, в общем-то, все. Пар. Вопрос пара. Угу. Вопрос, а где мне взять тут теперь? С электросхемом, вот. Пара есть, все есть. Остается только закладывать предметы. А куда это выкладывать? Блин, я все, конечно, сделал, но я не знаю, куда выкладывать. Круто. Угу. Что там с углем у нас-то? Я вообще не ожидал, что типа 500 каток быстро кончаются. Да нет, вчера же уже оставалось там буквально 150к и... Да все равно, блин, но ну я думал там это ну, на неделю типа там вообще... Да, ну ни хрена то. Да не, не может быть. Ну и типа нет. Причем это я поставил богатое месторождение еще. Да? А, ну вот понятно, почему мы так редко копаем. Я это думал. Почему такие здоровые? Эти так-то мы уже давно бы тут. Сдохли? Нет, возможно. Пошли бы копать другие месторождения. Вот как. А кусаки бы в это время копали нас. Да, я сделал. Е-е-е. У меня есть это. Чё оно там? Чё у тебя есть? Ну, фиберборд. И чё это? Это основа для платы. И чё она даёт? Ну, это уже почти электросхема. А электросхема когда будет? Не знаю. Когда-нибудь. Прикольно. Приходи через недельку. А у меня вот электросхема и прямо сейчас есть. Тем более, зачем тебе? Так, где этот крафт-то, ё-моё. Ну смотри, мне осталось всего лишь... Ну вакуум это вообще ерунда, это не ресурс. Ты чисто его качаешь и всё. Ну это отсутствие ресурса. Это то, что у нас есть как раз таки. Большое количество. Да-да-да. С этим проблем точно нету. И формика мне нужна. А формика это как раз таки... Фиберборд, то есть это половина, считай, схемы я уже сделал. И мне осталось просто меламин сделать, все. Я сделал половину электросхемы. Всего лишь ушел полвечера. Сейчас за вторую половину успею.
Надо было это все придумать. Ну, да. Это вообще же наркомания. Ну так ты сам захотел. Да. Я знаю, что можно пофиксить. Блин, чё за... Чуть-чуть расслабиться на прокладке конвейеров, отдохнуть. А где у нас доски? Есть где-нибудь в сундуке каком-нибудь или нет? Доски какие? Распиленное дерево? Просто доски. Не знаю. Да. Блин, тут походу... Я просто их всегда тырю. А, есть. Так был же где-то ящик. Да, я всегда это рюкзак прямо из лесопилы. И у меня оно всегда кончается. Блин, ну как так-то? А здесь вот это зачем? Сейчас я тут красоту наведу. Блин, я же сейчас еще и фабрику такую кухню не сделаю. А у нас есть тут где-нибудь еще твердотопливные двигатели? Кто? Твердотопливные двигатели. Угу. Я их там собирал где-то. А я тебе могу кинуть, я их оттуда забрал, потому что... Давай. Тебе сколько? Много? Ну, да не вообще, мне типа скрафтить тут рыба фабрику. Держи. Я половину кину того, что у меня было. Мне бы хотя бы проводков, они у нас осталось производство их. Медных? Да. Что? Ну, типа, да, медных. Блин, у меня у самого их 30 штук всего. Могу меди кинуть. А ты, походу, их просрал, да? В смысле я просрал? Это производство. Это производство. Ну да. Спасибо. А я им, кстати, никогда что-то и не пользовался в плане сбора оттуда медных проводов. Ну да, когда, потому что когда были микросхемы, они были не нужны, теперь их микросхем нет. И теперь медные провода красятся в руках. Ну да. Вместе с микросхемой. Ну да, так оно и есть. Так, а это что за линия? Пустая линия какая-то. Слушай, куда она идет? Пустая линия. А, это у нас был бабмоний, который почему-то перестал вообще работать. А, забился ящик с песком, по ходу дела. Причем забился напрочь. Ну ладно.
Надо это исправить ситуацию. 128 тысяч. Че 128 тысяч? Да, ну, для этого песка. Песка. Вот ящик-то надо уничтожить и... А зачем ты его туда складываешь? Ну, потому что мне его девать было некуда, и чтобы ничего с ним... Так там есть же этот... Уничтожить. Ну вот, надо уничтожить. Чего сущего? Вот, кстати, может поставишь? Я не... Кстати, как он называется? Не в курсе? Ну, уничтожить, дернер. Он там же, где и колодец, и... газосжигатель. Сейчас поставлю тогда туда бёрнер. Ну, я вроде бы все линии восстановил. На его производство, кстати, нужен песок и какая-то херня. Железо потом проведу по-другому. Здесь такая глиста, блин, лента с железом. Теперь все красиво. Что там? Там, где... О, бёрнер, да? Все, сейчас будет бёрнером. Мне просто впадло, оттуда было песок куда-то тянуть. Да, весь ящик забит напрочь. Так, а где этот бёрнер? Блин, вот чего я и боялся. Он больше, чем сундук. Ой, он правда зажигает. Правда, ему еще топливо для этого нужно. Ты прикинь, он какой-то охуевший. Нихуя себе. Он, кстати, пепел вырабатывает. Вот как пепел-то, блин, производить. Просто зажигаешь. Воу, зажигаешь говно, делаешь пепел. Ну, и нафига мне здесь этот пепел? Ну не, нафиг. Я, знаешь, что сделал? Я знаю, как я это починю. А пепел можно зажигать в другом верхнем. Точно, слышу. А то. Во. Я думаю, этого хватит. Что это? А. Ты что-то это... Это сильно, конечно, да. Так, ну чё, я тут отдохнул, развлекся. Ленты... Прямо все протянул красиво, кроме ленты с железом. Это потом, когда-нибудь. Чё мне дальше-то надо? Мне нужен меламин, насколько я помню. Просто грибы, насколько я помню. Да, это просто грибы, это вообще фигня. Пять грибов. Тут из 5-15. Так, а где крафтится-то, блин, медные провода? Ну, фибра, по идее, долго крафтится, нет смысла ее потреблять еще. Окей. Где медные провода?
Куда вот делась у меня этот аппарат? Грибоварня. Грибоварня? Ну. Блин, опять у меня весь инвентарь засрался с каким-то шлаком. У меня, кстати, не засирается. Да вроде не засирался, не засирался. И как засрался? Блин, не могу понять, где крафт этих проводов. Сейчас скажу. Где ты его видел? Или нет? Обычных. Так. Я вижу зеленые провода. Ну да. А обычные. Металлургия. Ангеловская вкладка, да. Блин, а какая из них? Ну, какая-то. Ого. А, вижу. Все. Так, это вроде все пригодится еще. Надо накрафтить их себе тут. В рабофабрике. Так это... Прям стак меди перекрафтить в провода просто. Ну, тоже неплохая идея, так. Так, washer, сепаратор, pressure, factor, химическая плантация, washing plant. Где плантация грибов-то? ПЦБ. Все, нет плантации грибов. Я и так-то не помню, как она называется. Фавагая. А, вот она. Окей, нашел слово. Вот так сделаем. Так, а зачем я грибы делал? А, я грибы делаю, чтобы делать что-то еще. Да где этот рецепт? Блин, тут нужно явно было больше вкладок на все это дело. Вот эти вкладки у меня, конечно, вообще жесть. Тут это даже не та вкладка-то, ё-моё. Ну вот. Курей делается в ящике в каком-то, в коробке. Ух, ни хрена себе там чудище. Посмотри на коробку, которую я рядом построил, рядом с собой. Ого. Прикинь. Что это? Че за дичь? Охренеть. Что ты за дичь? Не знаю, какая-то местная фауна. Ну круто, а чё там не кусака? Я другой местной фауны тут не встречал. Это такая адекватная фауна. Адекватная. Так, окей, у меня есть... Местная интеллигенция. Да, да, кусаки-то быдло, это интеллигенция. Так, ладно. Треть от меламина у меня есть, самая простая. Допустим, мне сам нужен сам, так, формальдегид газ. Я помню, начинал это искать. Так, молибден.
80. Кислород, сметана, мы молибденом. Либо без молибдена. Но медленней. Но зато и без кислорода. Я думаю, воспользуюсь вот этим. Метан и копер. А метан это что-то легкий какой-то крафт. О, это просто вода. Кайф. Ну все, короче, воду в метан, метан с медью, формальдегид есть. Блин, а куда я грязь сделал? По-моему, сюда. О. Нет. Не выбирается. Я только это заменил. С этим не повыпендриваться. Прям на самом краю карты начал строиться. Так, все, с этим есть. Это мне в принципе не нужно. Оно здесь, собственно, и служило только для производства глины. Да блин, один столб и все отрубилось. Как всегда. Блин.
Куда вот эта труба идет, интересно. Труба не идет никуда. Это, кстати, тоже вода. Блин, тут что-то по всей базе трубы с водой идут, которые хрен пойми куда. А и откуда? Ну, туда и оттуда. Ну, из воды. Блин, теперь. Тут оно куда-то идет. И тут тоже никуда не идет. Ну, если что-то перестанет работать, я не виноват. Кстати, у нас вообще база-то работает или что? Так, кстати, железо плавится. Только что-то очень мало железа как-то плавится. Всего лишь 400 в минуту, а не 1000. Короче, тут убрал на базе воду, потому что я хрен знает, куда она шла. Угу. При том, что рядом проходила вода из другого источника, тоже через всю базу петляет. По-моему, есть еще из третьего источника, который тоже через всю базу петляет. Никуда не идет. Это идет сюда. Да. Здесь своя вода. Фу. Мне просто газ нужен. Здесь вроде вода, это вода или что? Блин, это пар. А вода где? Вода вот здесь есть. Вот, отлично. Здесь я и поселюсь. Ну, я почти делал автокрафт этих убился.